Добрый вечер, дамы и господа. А это очередной обзор, рубрика «Аккаунт подписчика». Зачастил. Сейчас мы находимся в 454-м королевстве. Аккаунт Абрек, Альянс Укр. Здесь у нас 40-й замок. 1500 знаков знати. А не хватает всего 40, даже не 41. Да, 41 не хватает королевских знаков. $822 миллиона силы. Армии 3 990 000. Сборная солянка. Разные виды войск. 21 000 осады. Можно легко слить. Т-12-х не сильно много. Университет 40-й. Сражение 2. Прокачано, кроме осады, все. Сражение 1. Почти докачано, но смысла его качать не особо много. Здоровье стрелков. Дает всего 3%. Зато ресурсов мама не горюй просит. Боевая ярость. Лимит кооперации только не прокачан. Лимит лазарета 2 раза. И крит добить. Расширение посольства 1 раз. Легион короля. Начат. Драконий дух тоже не до конца прокачан, как я уже утром говорил. Можно это использовать. Для событий по трате ускорителей на науку. Что у нас по статистике сейчас посмотрим? Так, отряды. Это голем. Это, вероятно, боевой. Да, второй отряд боевой. С увеличением лимита похода добавляется просто пехота Т-12. Восемь стрел, Т-11, коней Т-11-55, 109 стрелков, 102 000 стрел Т-12. Упс, победил. Дракончик не до конца прокачан, 69-й, это удивительно, королевство довольно старое. 5-й звездный уровень. 1-6 кристалл. Стратегии слабо вкачаны, как у меня примерно. Статистика слабенькая довольно. 2300, 2300, 2200, 505, 305, 500, 5400. Атака стрел 5200. Упс, исходящий урон армии 96. Героев не поставил. Кто у нас здесь лишний? Сырка и лишний. Зачем он там стоял, непонятно. Ну, с НС-ом непонятно, здесь все печально. Есть только НС первые. Вот Горбовая по 200, он лучше, чем Мангус прокачан. А здесь можно на Ланселота, в принципе, поменять. Теряем только атаку кавалерии. Но на других по 60% почти получаем. Элейна. Здесь нужно заниматься героями, это однозначно. Самая слабая сторона. Красный рыцарь 3%. Ой, 3%, 3 звезды. Категерн 5 частиц не хватает. Медок 0. Дендрани 2 частицы откроет. Брут вообще не собирался. Угу. Монет очень мало. Не знаю, что делают с монетами. Лично у меня в замке их 700 000 уже. Точнее, вот этих очков сверху. Очков чести. Брута не покупает. Берет только Дендрану. Ясно. По камням. Камни крови открыты. 2 вида.
Мечта, шестигранники мечты. Один шмот неземного. 22 частицы на второй шмот. А, здание поменено местами. Осада наверху. А то думаю, почему пехота не тренируется. Созидания нет. Похоже, замком не особо активно занимаются. У большинства игроков сейчас уже по два вида статуса созидания. На лихорадках лучше брать не материалы для усиления, а новые виды чего-нибудь. Тогда статистика больше растет. Если вы берете вот эти адамантиты, обелиски, там, чтобы усилить уже имеющиеся, вы потеряете так больше. Героев и новые вещи надо брать. Вороне 31 частица. Эмблемки простые, водные, оружие героев приливное. Героев мы видели, с ними печально. Здесь жертва на 10, вся пехота 6. На Т-12 0 стратегии. Все на жертву вкачано. Лучше жертвы убрать немного. Все стрелки 8, Т-12 и 3. Тоже часть можно перекинуть на железную кожу. Что она нам дает? 3% повышает общую защиту. А, нет, нахрен надо. На атаку. Все на атаку. На кавалерию 8 фолиантов потрачено. Дерзкая атака. Да, немного, хотя бы 2-3 надо перекинуть сюда на крушителей, на Т-12-х. Теперь про королевство. Королевство это 454-е. Марго, привет. Увидел, удивился здесь. В топ-2 находится, 42-й замок. Удивлен, конечно, что нет 43-х, 44-х, 45-х. Такие королевства редкость, наверное, сейчас. Или, может, мне просто не попадались. Нам все время во всех событиях попадаются, где полно 43-х и 44-х. К сожалению. Ну, что могу тебе здесь посоветовать? Заниматься героями. Однозначно героями. Статус созидания открывать. Чаще ходить на варваров. Вот даже сейчас я зашел. Здесь стойка снесли-то. Утром сходил на варваров, вечером сходил на варваров. И все. Даже если времени нет. Так потихоньку неземной соберется. Альянс 19 миллиардов. Наука хорошая, камни более-менее. Оружие приливное, но вороньего тоже немного у кого, кто не донатит, есть. Главное статуи, герои и все, на этом упор сделать. И в науке я тебе уже сказал. Если кто-то может быть, хотя сильно сомневаюсь, об этом забыл, вот эту науку надо прокачивать обязательно. Перевоплощение погибших. Это процент спасенных. В атаке, в троне, когда КВК идет. Дополню видео предыдущее. Здесь я что заметил? То, что у него или у нее, я не знаю, потому что со мной связывалась вроде бы девушка, аккаунт давала, а замок Абрек подписан. Аккаунт мужа, она сказала, по-моему. Здесь 37 тысяч очков всего лишь. И меня это зацепило, именно заинтересовало. Почему так? Башни, оказывается, у них полные. Как, ну, в принципе, как у большинства альянсов. По 180 башен. А стройка дает по 35 тысяч очков каждый день.
считай, половина героя. Плюс взносы. Поэтому я снова вернулся на этот аккаунт. Здесь было 179 башен. Я воткнул одну башню. Одну башню поставил на снос. Связался с одним игроком. Онлайн только один игрок был. Спрашиваю, как они обычно строят. И как видите, пишут, что полным походом. Вот в этом ошибка очень сильная. Посмотрите, я поставил метку, написал на ней, что на стройку только 10 коней. Стройка будет продолжаться очень долго. Стройка будет продолжаться где-то сутки, а то и больше. Очки собираются за 5-6 часов. Отправляется только по 10 коней. Отправлять лучше без героев. Потому что у них вот проблема с башнями. Сейчас эта башня, вот она построится за 3 часа, если ее забить полностью, полными походами. Она построится за 3-4 часа. А другая башня у них сносится 8 часов. И за эти 3 часа влезет, ну, максимум полными походами 4-5 человек. Вот у нас большой альянс, нас это не устраивало. Поэтому мы стали строить по 10 игроков всего лишь. Вот как я загнал, смотрите, 10 человек. Так, очки сегодня, ну, она... Абрек собрал сегодня очки, в общем. У него по нулям не растет. Надеюсь, я понятно смог объяснить. Пусть даже эти войска там сидят 5-6 часов, или даже целые сутки, можно их оттуда даже не вынимать, они будут собирать постоянно очки. По 35 тысяч каждый день. И башни будут сноситься вовремя. Строится новая башня сутки двое, а старые башни сносятся по 8 часов. Они нахрен не нужны уже, старые башни. Все замки захвачены. Вот сейчас посмотрим, Серега меня понял или нет. Ну, судя по походу, он понял. Так, и урон проверю. Со сменов героев какой урон стал. На восьмом руднике сидим. Так, урон 116, это тоже никуда не годится. Понимаю, что герой слабый, но он все равно таким не должен быть. Вот, исследователь лабиринта. Войска не активировано. Кавалерия, войска, стрелки. Такой мелкий шрифт, хрен разберешь. Рамки нужны. Рамку берем. Сумки активируем. Или замка. Теперь проверяем урон. Урон стал 126, уже лучше. В башне поход очень маленький, это плохо. 312. И еще советую Гавей накачать. Здесь ни Изабель, ни сэр Гавей не прокачаны. Вот сэр Гавей на лимит похода и на лимит кооперации должен быть вкачан полностью. Обнуляем башню. Войти в башню, нажимаем «нет», а не «да». И заходим заново. Поход 428. А был 312. Как можно этим играть? Не понимаю.
А если активировать сыроговейно поставить и активировать громадное войско на 50%, то будет почти 500. Бьем того же игрока, вот. Другое дело. С нормальным походом и пехоты сразу больше стало. Вот теперь все.